сухое утопление, давай, переворачивай. Когда утонувший находится в безопасном месте, следует оценить состояние пострадавшего, проверить наличие пульса на сонной артерии. Так, пульса нет. Для искусственной вентиляции легких пострадавшего следует уложить на спину, запрокинуть его голову назад. Нижнюю челюсть пострадавшего выдвинуть вперед и вверх. Это нужно, чтобы восстановить проходимость дыхательных путей. При этом необходимо зажать нос пострадавшего. Сделав глубокий вдох, спасающий, плотно прижавшись губами ко рту, выдувает воздух. Непрямой массаж сердца следует делать, если у пострадавшего нет признаков кровообращения. Спасающий должен располагаться сбоку от пострадавшего. Ритмичными, с частотой не менее 100 ударов в минуту, толчками спасающий должен резко надавливать на грудную клетку. Грудина должна прогибаться на 5-7 сантиметров. И помните, пожалуйста, спасение утопающим делают самих утопающих. Будьте осторожны на воде. Ваш 8.